Спасибо за жизнь. Флешмоб с таким названием провели в Челябинске в День матери. Полсотни человек. Прихожане городских храмов собрались на Алом поле. Мама, спасибо за жизнь. Участники флешмоба выстраиваются в живую надпись. В акции участвуют 50 человек. Рядом волонтеры собирают подписи против абортов. Готовят обращение в Госдуму. Хотят добиться запрета на аборты.